чемпион мира в боях без правил Павел Гуаян. Но бои без правил все знают, что это вообще негуманный вид спорта. И все тело у меня всегда болело. Все было отбито, ноги особенно. И как-то вот умный человек мне посоветовал. Искупайся в проруби. Колоссальный эффект. Все прошло, там 1-2 раза искупался. И обычно 2 недели восстанавливаешься. Все болит, все ломит, ходишь, хромаешь, там, стонешь. А тут раз и все.